I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. Всем привет, друзья. Мы на карте село Ягодное. Продолжение приключений деда Федора. Так, я тут хотел сейчас немножко тут разобраться с вот этими вот всеми поддонами. Надо их разгрузить. Единственное, наверное, надо будет сюда заехать. А мы сейчас вот эти вот туда переместим. Стоп, стоп. Я их хотел вот сюда переместить, и здесь у нас будет стоять опрыскиватель. Так, ну давай гербицид. Стоп, 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 стоп. Да что не так? О, тут, кстати, еще и игрушка даже есть. Ничего себе. Мы удачника нашли. Два миллиона сверху, нормально. Так, поехали, сейчас мы там разгрузим быстренько все это. Имена удобрений надо будет разгрузить. Так, ну а пока мы разгружаем, хотел попросить, не забудьте подписаться, поставить лайк, потому что очень много просмотров без подписки, то немножко, конечно, расстраивает. Более осталось тут до 1000 совсем, совсем ничего. Так что давайте как-то подтянем этот момент. Ну и
Тогда быстренько давайте сейчас под музычку мы все это разгрузим и вернемся. Поехали. Stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Так, отлично. Машину разгрузили. Давай пока ее выгоним. Кстати, по изменениям. Что у нас здесь изменилось? Я поле с травой, который лук этот был, я его засеял сейчас пшеницей. Нужно его там обработать известью, удобрить еще. Поэтому сейчас мы этот, который остался, заполним удобрениями. И поедем сейчас работать на поле. Ну, вроде пока все, да? Все, пусть пока здесь стоит. Поехали на наш лук. Надо еще будет взять трактор сейчас. Что-нибудь помощнее. Один из НТЗ. Давай возьмем 12-22. Мы его отправим обрабатывать известью поле. Где наш разбрасыватель? У меня вопрос. А, вот он, все, на месте.
туда заполним. То есть и вернусь. Так, ну да, у нас тут и pH, и азот, все, короче, в ужасном состоянии. Сейчас тогда мы его наймем, пусть занимается. Надеюсь, потянет. Так, запускаем его. Изначально точки пусть есть, занимается, а мы сейчас за ним поедем удобрять все это дело. Или пусть, наверное, даже пройдет пару кружков. А потом удобрим. Вот, pH поднимается хорошо. Так, что у нас еще сегодня по планам? Этот мы разгрузили. Надо сейчас заняться немножко коровами. Привести ему на смеси. Потому что у нас там закончилось. И, кстати, да, там немножко с модами почистил. У меня пропал мой сеновал. Пена у нас нету сейчас. Но зато я заготовил силос. Причем почти два полных силосника. А, и купил еще, кстати, вот такую кракозябру. И на косилку. Вот этим я косил, получается, траву, которая там была. Ну и сразу подборщиком свозил в ямы. Силоса получится немало. Так, ладно, пойдем за машиной. Поедем сейчас за моносмесью съездим. Только подзаправимся немножко. Бак почти пустой. Еще две тонны есть, да? Нормально. Здесь сорняк весь победили. Нормально, тоже поле хорошее получится. А на том дальнем поле, там еще пока непонятно, что там будет с сорняком, но пока вроде нормально, пока нету. Посмотрим, как оно дальше себя покажет.
Так, у нас меч надо найти. Загружаем. На 60 тысяч. В принципе, немного. Так, и эта серия у нас получается будет последняя в роли, как говорится, председателя данного совхоза. То есть я уже иду на пенсию, буду покупать свой собственный участок недалеко здесь. Ну и, соответственно, будем там уже развиваться заново, как говорится, уже чисто своими силами. По технике, да, у меня, конечно, там особо ничего нету, это один трактор и газелька. Ну ничего, это не самое главное. Мы еще в этой серии будем продавать силос. Ой, точнее, я говорю, какой силос. Силос, это силос останется уже, а мы будем продавать сухую солому. Вот, и уже с вырученных денег, то есть там... Я надеюсь, что мне как отходные оставят. Вот и на них и будем, как говорится, развиваться. Хочу купить свой участок небольшой с полем. Ну и, соответственно, там уже вести свое хозяйство какое-то. Так, стоп. Выгружаем. Так что с ягодным мы не прощаемся, а наоборот его немножко освежим. О, бежит как на поесть. Ничего себе. Пропуски, конечно, такие не маленькие есть, особенно на поворотах. Такое себе, конечно. Так, пойдем туда, начнем удобрять за этими гавриками. Постоянно пуста. Да ты что, израсходовал всю известь? Ну ты даешь. Ладно, сейчас еще заполним. Я должен сейчас закупиться известью. Поехать на поле.
немножко надо комбайн отогнать. Нет, что-то пошло не так. Так, ну мы тогда сейчас раскладываем этот агрегат, быстренько сейчас удобрим. Тоже все это под музычку быстренько сделаем. И будем ждать хорошую цену по нашему сухому льну. Поехали! Занимается, я решил все-таки сейчас поедем, загрузимся той соломой льна, поедем на продажу. Нужно будет еще арендовать кое-какую технику, дабы было более эффективно свозить, потому что одной машины будет, конечно, долговато. Так, у нас здесь 75 тонн. Нужно еще пару грузовиков с такими же прицепами арендовать. Будет отлично. Так. Нужно свозить, продавать. Сейчас еще возьмем трактор и вон тот прицеп, по-моему, туда тоже загружается. А где наша солома, куда я ее сложил? Так, произошло недоразумение. Вместе с какими-то модами удалилась и моя сухая солома льна. Вообще такой культуры, как лен, уже нету. Странно. Ладно, тогда поедем продавать пшеницу. На нее тоже цена очень хорошая. Да, конечно, обидно. Погружаемся туда пшеницы по максимуму. Сейчас туда еще подождем. Арендовал грузовички, должны подъехать, и поедем колонной на продажу. У нас там 300 тонн,
320. Так что колонна будет не маленькая. Так, а повезем мы это в перевоз. Зерновой элеватор. Перевоз. Так. У нас находится вот здесь. Около магазина, да? Ну, отлично. Тогда разворачиваемся в ту сторону. Так, и ждем туда остальных. Так, заполняется последний грузовик. Остатки тут еще 85 тонн осталось. Едем вот такой вот колонной. А, КРАС, потом Урал Next, МАЗ и еще один МАЗ. Не знаю, как мы тут, конечно, доедем, но потихонечку будем двигаться. Так, ну что там у нас? Еще немножко, да? Все. Отлично. Ну что, давай потихоньку трогаться. Сейчас попробуем как раз проверим, как оно пойдет, все это колонной. Ехать, конечно, нам не близкий свет. Там тот выберется или не выберется. Отлично. Тогда едем. Потихоньку поедем. Так, вот мы и добрались наконец-таки. Ну что, начинаем
выгрузку. Так, на счету у нас 13,5 миллионов, да? Мы запоминаем эту цифру. Поехали. Сейчас мы всех выгрузим тогда и потом на МАЗе поедем домой. Погружаем этого мазика. Тут прилично, кстати, тоже вместимость в колосе. Это помаза вышла. Так, у нас еще два Урала осталось. Ничего себе, он еще и поднимается. Пошел процесс. Десятка. Неплохо. Ну и тут еще 9 почти. Итого минус 13,5, это получается где-то 32 миллиона заработали мы с этого. Что ж, неплохо, неплохо. Что, в принципе, на этом, наверное, будем мы заканчивать эту серию. Спасибо, что посмотрели. Не забудьте подписаться, поставить лайк. Ну и до новых встреч. Следующая ягодная, мы уже увидимся немножко в другом свете. А так буду сдавать дела по этому совхозу. В принципе, он у нас уже хороший плюс идет.
Так что все нормально. Что ж, всем удачи и пока. До новых встреч. Увидимся.